карты на опыт, на которых мы фармим, очень быстро обновляют, поэтому нужно их проходить как можно быстрее после того, как они выходят на моем канале. Обязательно подпишись, поставь лайк, прожми колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео, а я покажу тебе, что подготовил сегодня. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 20644997706, нажимаем Enter, нажимаем на картиночку, выбрать и обязательно проверяем, чтобы стоял частный режим игры, а не открытый. Все, после этого нажимаем «Играть», и когда грузится карта, заходим к себе в магазинчик предметов, внизу нажимаем «Поддержку автора», вводим сюда код «Jittera App», после чего нажимаем «Поиск», код фиксируется, галочка вот зеленая появляется в вашем магазинчике предметов, и теперь за все ваши покупки компания Epic Games будет делать мне небольшое отчисление, потому что я их партнер. Такую классную поддержку вы можете мне оказать за мои труды, друзья. Так, когда загрузились на карте, друзья, выходим в любом месте, где бы вы не заспавнились, на улицу, либо пробиваем стенку, пробираемся на улицу. И я вот оказался там, где надо, но вам нужно будет построить вот так вот рампы наверх, чтобы сориентироваться на местности. Когда вы построите, вы увидите вот такую картинку. Тут есть несколько разных домов, там вон статуя стоит. Здесь вот черная такая стела стоит. И вам нужно вот этот дом. Он вытянутый с кирпичной кладкой. И здесь есть еще недалеко футбольное поле. Вот это ваши ориентиры, куда вам нужно попасть. Вот здесь вот между футбольным полем и этим домом на пешеходный переход. Если вы приземлитесь, вы увидите вот эти четыре плаката. К самому правому плакату становитесь. Строите сюда три рампы. Направо, на вот это маленькое здание. И вот здесь на углу есть кнопочка, которая отключает вот эту бурю, чтобы вы все успели. Все, отключили бурю и погнали к любому из вот этих плакатов, чтобы ввести код, который нам нужно. Нажимаем взаимодействие на самом терминале и вводим сюда код 09864810-9582. Я коды оставлю в описании, вы сможете их просто скопировать и вставить. Друзья, обратите внимание, вот этот этап захода на первую карту, это не для того, чтобы отрекламировать мне мою карту, как многие мне пишут. Это нужно для калибровки карты, чтобы... Вот смотрите, здесь если посмотреть, есть значок XP, видите на карте? Если вот здесь вот посмотреть, тоже есть значок XP. А вот, например, на этой карте значка XP нет. Вот чтобы он появился, этот значок, нужно трафик иметь на карте, чтобы люди заходили, взаимодействовали с картой, и тогда система включит просчет опыта и назначит вот этот значок на карту. И на ней тоже можно будет фармить. Вот для этого я вас завожу на первую карту. Все, нажимаем теперь сюда, выбрать и ждем, пока загрузится. Многие из вас уже знают эту карту, ее обожают все. Некоторые называют ее картой для пенсионеров, потому что максимально простая, быстрая и круто насыпает опыт. Вот смотрите, мы заспавнились на правый вот этот вот выступ. Запрыгиваем на эту тумбу и вот здесь в уголочке нажимаем кнопочку. Оказываемся возле таймера в 900 секунд. Нам нужно подождать, пока он закончится, чтобы ввести сюда секретный код, который каждый день меняется, а иногда несколько раз в день, друзья. Поэтому будьте внимательны. Может быть, вы зайдете и код не будет работать. Значит, карту уже обновили. Итак, пока ждем. Не забудьте присоединиться к моему Discord-каналу. Ссылка сейчас в виде QR-кода на экране. Есть ссылочка в описании к видео, в описании профиля. Обязательно залетайте. Там есть магазик, через который можно донатить. Там есть куча разных каналов, голосовых, текстовых. Короче, там можно проводить классное время. И, друзья, я периодически провожу там розыгрыши, так что жду всех. Ну что, вот он, таймер заканчивается, долгожданный момент. Здесь вводим код 692. 692. Вот здесь справа невидимую кнопочку нащупываем, подтверждаем код, и нас переносит в локацию. Видите, сразу насыпать начинает АФК опыт, падаем на рельсу и лутаем здесь наш мега опыт. Так, 93 тысячи уже зачислилось на аккаунт, слетело начисление опыта. Опять глючит эта система, у нас, как видите, с нуля начинается слева. Долетел, берем теперь здесь оружие или то, что у нас в инвентаре можно использовать, и вот эти вот мишени можно класть, и за них тоже небольшой опыт какой-то получать. Ну, для кого-то большой, для кого-то небольшой. Больше 100 тысяч опыта я сейчас забрал на этой карте. Друзья, карта сейчас уже не супер свежая, уже порядка там, нескольких часов, как она опубликована, поэтому имейте в виду, что она будет работать не сильно долго. Так что всем желаю быстрее пройти ее и залутать опыт. Всем пока!